Всем привет, ребят, доброе утро. Всем. Сразу начну с хорошей новости. Сегодня мы поедем к ветеринару, наконец-то мы узнаем, есть ли там у Бони щеночки или нет. Готовишься? Ага. Школа начинается сразу, на третий день учебы. Замечательно. Ну давай, учи. Вот это нам надо вот знать, но это я знаю, это очень просто. Так, давайте ставки делайте, Бони беременна или нет? Нет, я буду тоже один. Кто думает, что она беременная, а кто нет? А Ксюша да. говорит, что Бони не беременна, я говорю, что да. Ты Каролина? Да. Каролина думает, что да. Макс? Да. Тоже да? Орла, как ты думаешь, Бони беременна или нет? Мы голосуем. Нет. Ты думаешь, что нет? Нет. Так же, как и Ксюша? Ты не хочешь, чтобы она была беременна? Хочу, но я не думаю, что она беременна. Да. Я влог уже смонтировала, сейчас буду загружать. А между прочим, время уже 2:20, а нам нужно к ветеринару в 3. А где папа? Папа уехал по делам. Кончик, ты готова? Пойдем собираться. Макс мне тут помогает, пылесосит. Помощник мой. Молодец. Ну, только вы в машине будете сидеть. Ладно. А Марина тоже пойдет? Нет. Пойдем, сейчас папа приедет, позвонит, и мы пойдем. Все, мы ждем, пока нас позовут. В зале ожидания. Ничего себе, какой этот клещ. Ужас. Страшный. Это что, коли кусает? Угу. Смотри, зубки какие. Челюсть. Блин, это тоже клещи. Ой. Она просто толстая. Ничего у нее там нет. Я очень расстроена. Бонечка. Жаль, очень жаль. Ну ладно, не получилось. Будем искать другого жениха побольше. Давай. Так, мы пришли купить корм для Кики, для Рики. У кого там у Кики заканчивается корм? Еще я взяла щетку зубную и пасту для Бони. Нет, надо корм. Где хомячки, я не вижу. Так, мы выбираем Маргарите подарок. Как вы думаете, что она хочет? Новый телефон, может быть? Может быть, AirPods? А может быть, часы? Телефончики новенькие. А, вот она где, с мячиком. Мячики ей новые купили. Иди сюда. Иди сюда. Дай мячик. Давай. Кидай. Куда? Куда там, туда. Ой. Очень жаль, что не получилось. Очень хотелось нам, ждали мы. Кто-то в комментариях писал, что бедная Бони используют ее, лишь бы там заработать. Во-первых, никакой бизнес мы делать не собираемся. Мы хотели, чтобы хотя бы она один раз родила нам щенков, и мы себе хотели их оставить. Одного щенка мы собирались отдать хозяйке той собаки. Если было бы два щенка, одного бы отдали хозяйке той собаки, и одного бы нам. Если бы три и больше, то нам бы больше щенков досталось, но мы никого не хотели продавать. Просто хотели себе щенков. Не знаю, будем мы еще пробовать или нет. Через 8 месяцев это получается... В мае, на следующий год в мае. Не знаю, посмотрим, как получится. Но с этой собакой мы уже сводить не будем, потому что он очень маленький для нее, во-первых. Во-вторых, он неопытный. И навряд ли что-то у нас получится, только будем терять время. Поэтому мы посмотрим по объявлениям в интернете. Может быть, кого-то найдем за вот это время, пока 8 месяцев пройдет. Может быть, кого-то найдем.
белых носках. Только я могу. Нам взрыхлили, видите, всю траву, всю землю. Теперь нам нужно это все собрать, посеять семена, витамины, и будет газон опять как новенький, зелененький. Кто там спрашивал про хомячков? Вот, пожалуйста, наш толстенький Рики. Я ему сегодня купила вкусняшку, он половину сгрыз и себе он в щеки спрятал. Вот. Вот эту палочку я ему повесила. Посмотрите, что он сделал. Он даже больше половины съел. Ужас. Какой кошмар. Все. Больше не дам. Все, не дам больше. Не ищи. Иди давай к себе. Прячь свои зернышки. Вон Кики тоже оставила. Видишь ты какой, а? Это не футбольный мяч, это теннисный мяч, если что. Осторожно, Бонь. Сейчас еще одна выберется. Так, вообще-то время видели сколько? А? Или нет? Да. Ксюша, а тут спрашивают про твой рюкзак. Где твой новый рюкзак, который ты хотела купить? Покажи. Покажи новый рюкзак, которого нет. Не покупала Ксюша в итоге рюкзак. Она хотела купить, но не получилось. Я почему-то не могу заказать с этого сайта. Я пытаюсь оплатить, а мне выдает ошибку. В общем, в итоге она сказала, ладно, мне не надо никакого рюкзака. Да? Угу. В общем, сказала, что все. Не обязательно, не так важно. Вот, так что я не знаю почему, но мне выдает постоянно ошибку. Я сколько раз пробовала. Думала, ладно, на следующий день попробую. И на следующий день тоже не работала, и несколько дней. В общем, не знаю, почему. Будем играть в Squid Game. Ну, Squid Game — это игра, новый фильм. Этот фильм. Это тоже теперь игра. Который корейский вот этот? Ага. Ты его не смотрела? Смотрела. Ты что, вообще? А кто вам разрешил? Папа. Я папе скажу, чтобы выключил Netflix. Этот фильм вообще нежелательно, тем более детям смотреть. Вообще, я просто говорю, на психику влияет. Тем более на детскую. Все, я папе скажу, чтобы он отключил Netflix. Мама, я больше Netflix не смотрю. Я с Netflix никогда. Вот и не буду. А почему ты фильм смотрела этот? Потому что новый вышел. И что? Они все посмотрели. А возраст там видела какой? 13+. А тебе сколько? 11+? Да. Но тебе не 13+. Маргарита, ты тоже не 13+, я не смотрела. Ну все, выключу я. Я даже этот фильм не смотрела. Я уже давно хочу посмотреть «Орел и Решка», когда они приехали в Кыргызстан. Мне уже давно сказали, что вышел этот выпуск. Я все никак не могу посмотреть. Сейчас мы будем смотреть все вместе. Ты же давно там не была. Вообще ничего не помнит. 3 года уехала она. Хоть так посмотришь. А, это Ош, аэропорт. Я думала, они в Бишкек прилетят. Орел и Решка, знаешь передачу? Знаю. Вот Орел и Решка в Кыргызстане были. Я знаю. Пойдем смотреть. Я смотрю. Пойдем. Все, все. Да, сейчас все будем, всей семьей будем смотреть. Да, конечно. Макс один. А Маргарита там где-то в комнате. Бедненькая. Ей сегодня прививку сделали, а у нее теперь болит там. Бабушку сюда, бабушке место, Бонечка, Бонечка, это не твое место, отходи, бабуля туда сядет. Пойдем сюда, Бонечка, пойдем. Все сели, будем смотреть. Маргариту тоже зовите, давайте. Все, Маргуша тоже пришла. Приятного нам просмотра. Кто смотрел, тоже пишите в комментариях, кто из Кыргызстана. Ставьте лайк. Посмотрела я даже 2 серии. Очень классно, красиво. Столько лет прожила в Кыргызстане, я в таких местах еще не бывала. Давай фан-встречу сделаем. Фан-встречу где, в горах? На базар. На базар. Надо ее расчесать. У нее вот здесь вот. И купать. Чистить зубы сейчас надо. У нее вот такую вот щетку зубную. Здесь вот такая большая, но это не для нее, это для больших собак. Ей вот поменьше вот это вот. И вот такая вот зубная паста. Будем чистить зубки. Все, давайте собираться спать.
Давайте все. Спокойной ночи. Час ночи, между прочим, уже. Так, можно включить? Завтра суббота. Нет, отопления, по-моему, еще нет. Попробуй. Но мне кажется, еще не включили отопление. Почему? Когда холодно будет, сейчас пока холодно. Еще не так холодно. Укрывайся, иди. Пижаму надевай. Смотри, два у меня. Да. Одеяло. Закрывай дом. Вот этому больше жирному не давать. Смотри. Это. Он все съел. Кики вообще. Ну, хомяк. Нахомячил. Да как Бонни. Схомячил тебе вот эту палку. Ладно, все. Все, спать всем. Спокойной она ночи. Она гулять хочет. Маргарита пусть погуливает. Все, ребят, всем пока. Мы будем отдыхать. Все, пока, Ксюша. Пока. Пока. Всем пока.